Советы стилиста: мужская стрижка в домашних условиях. Самые простые схемы и способы стрижки коротких волос. И первое, мы зачесываем височную зону на лицо под углом 20 градусов. И состригая волосы по перпендикулярно поставленной расческе отчесанным волосам. Ножницы должны быть очень острые, профессиональные, 5,5 дюймов. Далее мы отчесываем волосы вниз под углом примерно 60 градусов. И состригаем волосы вокруг уха, а также за ухом. Зачесать расческой волосы от лица и состригаем все лишнее. И вот какой красивый плавный переход получился. А теперь нужно сделать ровную окантовку за ушами. Отчесываем волосы под углом, ставим расческу и состригаем все лишнее. И затем подравниваем ножницами. Точно так же окантовку делаем на нижней затылочной зоне. С обеих сторон линия должна быть одинаково ровной. Для более плавного перехода на височной зоне также убираем лишнее. Посмотрите, как ровно получается, всего за 5 минут. Точно так же мы простригаем другую сторону. Рядом с ушами стричь нужно очень аккуратно, чтобы не задеть ухо. Клиент попросил не состригать волосы на макушке и затылке, и поэтому мы только подровняем и сделаем окантовку сзади. И таким образом можно постоянно обновлять стрижку, подстригая височную зону и нижнезатылочную. Смотрите обучающие видео на нашем канале.